дорогие друзья, меня зовут Ильсур. Я хочу пригласить вас на свой вебинар по соционике и по тем соционическим инновациям, которые сейчас есть, которые я выработал в ходе своей практики. Практика у меня с 2003 года. С 98 года по 2004 год у меня психотерапевтическая практика в больницах и стационарах города Нижнекамска. С 2003 года я активно диагностирую типы людей. И у меня много разной практики по социодиагностике, выявлению различных законов и закономерностей проявления и развития роста соционических типов. У меня есть разработаны 7 технологических схем для бизнеса и для развития людей. Обо всем этом мы поговорим на нашем вебинаре. Добро пожаловать!